Участковая избирательная комиссия номер 1461 разместилась в Люберецком дворце культуры. Строгий контроль за соблюдением норм безопасности сохранялся на протяжении всех 7 дней голосования. Измерили температуру, выдали средства защиты и депутату Государственной Думы Лидии Антоновой. Сегодня она пришла отдать свой голос за изменения в основном законе страны. Спасибо, что такая работа проведена. Я надеюсь, что весь день будет вот в таком, знаете, неослабленном внимании к безопасности каждого человека. Лидия Антонова отметила важность голосования по поправкам в Конституцию и то, что каждый гражданин нашей страны может выразить свое отношение к этим изменениям. Поправки на самом деле очень многие серьезные. И вот лично почему для меня важно, я думаю, что вот этот те новые позиции, которые внесены, вносятся, я называю это децентризмом. Это то, что отмечается, что приоритетное развитие политики в нашей стране, в центре стоит ребенок, в центре стоит человек. Мне вот это лично очень близко и очень хорошо, что сегодня это является уже, я надеюсь, будет являться стратегией нашего государства. Всего в списках избирательной комиссии около 240 тысяч люберчан. Сегодня последний день голосования. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.